Так, сегодня у нас не знаю какой день. В итоге, наверное, сегодня у нас август. И завтра приезжает моя мама с отпуска. Я решила испекти торт, так как у нее недавно было день рождения. Ну и с приездом. И хочу показать, как я это буду делать первый раз. Скажу сразу, что рецепт я нашла в интернете. Итак, сейчас я вам скажу, что надо. Надо 2 яйца. Это я точно помню. 2 яйца. Короче, так как я яйца купила инкубаторские, я, короче, сделаю 3 яйца. Думаю, ничего страшного не случится. Сначала разбиваем яйца, кидаем в кастрюлю. В миску. Тыдыщ. 2 яйца. Ася, осторожно, пожалуйста, ты видишь, тут система. Если упадет на голову камера, я тебя убью, Ася. Иди давай, проходи мимо. Мимо, Ася. Ты если получишь. За квартиру заплатила в этом месяце? Нет. А за 3 года заплатила за квартиру? Какой 3 года, Ася? Ты тут живешь уже лет 10. Ася, все, хватит. Все, ложись спать. Ася, когда спишь, кушать не хочется. Так все. Прекращаю эти свои дела. Я не беременна, это платье у меня такое. Надо ля-ля-ля-ля. Так. Надо сахар, да? Да. Целый пакован с сахаром. Между прочим, это не сахар. Это кокс. Кокаин. Я его нюхаю по ночам. Нюхаю, потом хапаю. А нет, хапаю это другое, да? Так, Ася, все, иди давай. Что приходишь постоянно? Никто ничего не даст. Я тебе тоже ничего не дам. Итак, насыпаем стакан сахара. Чтобы он мне ничего не рассыпалось. Я, блин, только поубирала. Высыпалось. Сука, все-таки высыпалось. Нет, я еще... Это же типа не целый стакан получается, да? Ну, типа это считается не целым стаканом. Надо целый. Это пустой экономно. Итак, пересыпаем. Теперь надо размешать. Чем мне это все дело размешивать? Чем Ася мама размешивает, да? Блин, а фиг его знает, чем его размешивать. Это меня вообще убивает, блядь. У нас была такая штука. Где мне ее теперь найти? Короче, я буду размешивать вилкой, как мужики. Мужики. Итак, это эти все дела. Ну, господи, а если хочешь, у меня что получилось? Ты меня позорила завтра. А тебе скажу, что ты мне помогала. Ну, вроде, блин, как размешала. Короче, до такой херни размешиваем. Типа как гоголь-гоголь. Блин, я уже хочу попробовать. Короче, мешаем, не знаю, видно вообще, попадаю по плотокаду. Тыдыщ. Короче, мешаем. Мешаем. Не, так прикольно. Я знаю точно, что у меня ничего не подпалится. Хотя сегодня я чистила до такой степени печку, вымыла ее, поснимала все вот эти, короче, за что поджигается газ, не знаю, как это называется, и начала вымывать. И оно все было вот этой хрени. Как я думала, блин, а вдруг оно мокрое, я его все помыла, не то что сделала, и оно как взорвется туда, и все. Какая мерзкая хрень. Короче, я размешала. Тут такая мерзкость. Размешала. Теперь добавляем. Не палево, что я читаю, да?
Гасим, гасим. А, я понял. Блин, короче, надо какая-то лимонная хрень. А, лимонный сок нужно в соду. Но у меня нет. Лимонный сок я, как все раньше делали, и делать, наверное, уксусом. На хули. Я показываю, кстати, еще вот это все дело. Так как все говорят, что я беспомощна, ничего не умею делать. Ну, действительно, ничего не умею делать, но, тем не менее, когда-то я, между прочим, делала пироги. Даже не пироги, а торты. И один раз даже на подарок сделала такой сюрприз. Пирог сама испекла. Малолеткому одному. До 17 лет, Ася, помнишь? Было такое дело? Было. Тем не менее, я спекла. Так, короче, блин, я же забыла, что я надо в одну столовую ложку соды. Нет, подождите, блин, гасим. Одну чайную ложку соды в столовой ложке. Все, я не могу, у меня психика, я не понимаю эту хрень, как это делать. Еще раз. В одной столовой ложке соды. Гасим одну чайную 0,5 ложки лимонного сока. Ты что, понял? Я вообще ничего не поняла. Ася, поняла? Ася, все, блин. Черт, я не могу показаться тупица, не хочу. Все, я делаю по-умному, я все знаю. Я же умная, блин. Ну я же такая умная, блин. Когда я была такая умная, не такая умная. Сука, блин. В одна столовая ложки соды гасим 0,5 чайной ложки лимонного сока. 0,5 это я поняла, блин, чайную ложку это вдуплила. Это типа половина еще чайной ложки. А сколько, блин, этой хрени не могу вдуплить? Вообще ничего не могу понять. Все. Не могу я, не соображаю, понимаешь? Соображалка моя не работает. Все, короче. Вот так вот я. Сода сколько у нас? Одна столовая ложка. А, столовая, блядь, чайная. Точно? Да, короче, чайная. И 0,5. Да короче, это я, блин, понял, это я раньше так делала. Зачем, блин, столовая ложка, только заморачиваться, блин. Голову не сносит. Ич, ич, ич. Все, нормально. Короче, пошипела, пошипела, не знаю, как вот, видно, не видно. Блин, упала хрень. Какая-то хрень, как будто кто-то нарыгал. Ладно, никто не рыгал здесь. Фу, воняет как, еще и пена. Капец. Ох, я уже устала. Почему он сам не делает? Если бы так можно было бы нажать на кнопочку, чтобы оно само сделалось. А еще легче, типа, пойти в магазин, пойти и купить. Но это же не то, надо же само делать. Это же вроде приятнее. Так, дальше. А, это надо все, типа, размешать. А, теперь надо один стакан сметаны. Так как один стакан сметаны, это я знаю, что это 200 грамм в одном стакане. Поэтому я купила две пачки по 400. Блин, а сколько я купила? Блядь, сколько купила? Да, по 400 грамм. А мне надо будет еще потом два стакана. Итого 600. И 200 грамм остается Асе. Только не сегодня, то обосрешься. Так, начинаем. Один стакан. Ася, у тебя йогурт есть и хлеб есть с утра, ты даже не ела это. На сегодняшний день ты больше не будешь есть, ложись спать. Когда спишь, кушать не хочется. Да-да-да. Не я жестокая, Ася, мир жестокий. Да. Блин, так это же вымажется. Короче, насыпаем. Насыпаем. Он так прикольно, как будто сливки. М-м-м.
вот такая хуйня. Не затошните. Если я, блин, перепробую, то я, блин, забуду за этот пирог. Торт. Блин, кто мне звонит? По-любому, сука, автомат звонит, что я, блядь, не пополнила счет. Фу, блин, я кумарик, ну что с самого утра звонит. Я ж морожу, как обычно. Может, за фотосессию? Конечно. О, моя любимая песня. Ася, подними трубку. Блин, она так вымазалась, так жалко. Я еврейка. Нет, блин. Короче, я это... Мне все жалко. Я такая экономистка, Фош. Тошнит, если честно, от себя иногда бывает. Не знаю, интересно, что плохо. Быть экономисткой или понимать, что я экономистка, блин. Все экономлено. Один стакан, да? Да, один стакан. Теперь насыпаем муку. Сколько? Полтора стакана муки надо. Блин, ну тогда же мы сейчас по-любому сейчас... Не знаю, видите ли вы, что у меня на голове происходит, а я просто дома. Поэтому вот такая я домашняя. И в платье в таком. Поэтому... Фу, блин, он так воняет. Я не могу... Фу, блин, как он воняет. Это сметана или сахар. Что такое за ничего запах продает? Мне надо полтора стакана муки, блин. Сейчас я получу. Блин, как его пересыпать еще? Мне же все высыпется. Короче, я буду в кастрюлю. Давай, сыпься, блин. Ой, на руку насыпалась. На руку, на руку. Мама, мама, на них насыпется. Кокаин. Кокаин. Что у меня руки из жопы растут? Давай, блин, сыпься. Сыпься. О, насыпалось. Оп, 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 оп. Дорожку занюшили. Так, разочек есть. И еще надо полторушечка. Не, не полторушка. Половинка. А ты вообще не помогаешь? Ты. Ну вроде как нормалек. Блин, тут столько потом убирать. Пипец, вот это я больше всего не набью. Тут столько срача будет еще. Блин, вот это размешивать, это еще хуже. Уже темнеет, блин. Черт, может какую-то табуретку что ли принести, присесть? Ой, Ася, сгоняй ты табуреткой, слышь, малая.